База, это Анна. Чертов песок. Я рядом с портом, слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Привет, Анна. Отправляю твои координаты нашему разведчику. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Так, братва! Перетер я по радио с пацаном этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И прикатил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. Что там секретное оно? Но, мужики, если думаете, что это все, то хрен доплавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы. Давно так держал, да. Так это еще не все. Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории. Ему ничего, правда? А взамен верховное командование нас щедро потом отблагодарит. Ребятки, я такой херни в жизни не слышал. Не знаю, что за полковник, и кто ему сказал, что у нас тут лохи. Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Кто живого гастролера мне притащит, озолочу. Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найтись что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Как же хочется смыть с себя песок. Быстрее бы убраться из этой пустыни. Thank you.
Давай быстрее! Проходи! Артём, у меня домен на связи. Садись, я быстро. Это дядя Артём вернулся. Спи, дочь. Дядя Артём? А я хотела спросить. Чш, лежи пока. Дяде Артёму сначала надо поговорить с папой. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, Артём. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попищем. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода. И для Авроры, и людям, сам видишь. Ребята один за другим выбывают из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, вышла вся. Я на пост. Отлично. Что, Артём, неважно у нас положение, а? Скажи. Придачу у нас тут и гости были. Но мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сырубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады. А нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар. Вот. Ну, снесли его на станцию. Лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят. Так что, если нефтяники местные серьезно навалятся, можем и не сдюжить. А навалиться-то они как раз могут. Потому что, сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Столкнуть нас с ними лбами, как тех баранов. И это ей был бы куда как на руку. Да толку с того, если мы все тут без воды ослабнем, и они нас тепленькими возьмут. Вот. Полковник воду одним больным да часовым выдавать наказал, а сам-то не пьет совсем. Фу, сидит теперь, как тот сыч, и не вытащишь его. Говорит, больно плохо. А через то боевому духу большой вред может быть. А какой там вред, когда и так уже и некуда, без воды-то? Ермак он, аж вот с воздуха ее добывать задумал. А какая там вода? Замыкетла-то? Вот такие дела. Без воды до горючки, сам, понимаешь, нам край. И надо нам их до черта и поболе. Ведь Аврора одной воды за час, то он и две на пар перевой. До горючки надо им тоже, он будь здоров. Так что мы тут как есть на мели. Надо с нее сниматься, двигать отсюда, а то грабанемся все. Такие, братка, пироги с котятами. Что у тебя? Дедушка Ермак. Артём, пока тебя не было, я доделал для пихаря еще одну штуку. Можешь установить, верстак тебя ждет.
Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Ха-ха. Они и динамику изменения фона сделали. А когда? Давненько. Будем надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. По каким районам карты? Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал, европейская часть страны. А, вижу. Ха, Востока нет. Странно. Тут одно из двух. Или Восток в зону ответственности центра не входил? Или? Или кто-то унес все карты восточного региона до нас. Но нам бы хоть в оставшемся разобраться. А где искать-то, товарищ полковник? Крупные города я бы сразу отметал, это основные цели. Но и в полную глушь тоже двигать особого желания нет. Вот тут чисто вроде. А, ну да, степь. А если севернее? Если севернее, вон хвостом осадков зацепило. За 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Надолго там задерживаться не стоит. Да, тут разбираться и разбираться. А посмотри-ка по вот этой ветке. Нам точно по ней отсюда выбираться. Да, собственно, это единственный вариант. Поэтому это направление и надо изучить подробнее. А если здесь вот так поехать? Озеро, река, он невысокий.
слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Да, по каньону в горах у источника все дикие лохматые против наших пацанов поперли! Вань, тебе что? Мое слово — это так, жопу потереть! Хорошо, конечно, что рабы там сами платили, чем жрать не просили, да? Ну так и надо было их собирать, пока не портели. А теперь дожгли, что они на повелителя огня лапу подняли. А разгар все, всех проход, ясно. Всем отбой, барон сказал. Что, готов? Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного отрезал. Как ты понял, к источнику пойдем? Пойдем через черный вход. Гель говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзер открылись, им пришлось уходить. Давай вниз! Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Шум! Уши закладывает! Что это там? А, шайтан! Фух, блин! Немного тут осталось. Я ведь когда отправился узнать что-то, если не о родственниках, хоть о народе моем, теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага, а вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай подсажу тебя.
ей все же можно. Вот проход к источнику. Полезли! Есть.
Прорвались. Ну, хотя бы нас добьют. Ну что, погони вроде нет. Сосредоточиться! Сэм, Анна, налево! Разгружайся! Лест, туда! Граната! Укрытие! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с тобой! И не перестреляли нас! Вперед! Чёртова пуля!
Эго мы супчиков этих отделали, а? Да, не дурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого! Да, ну, значит, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна на рельсе стоит. Если тихо ворота открыть, увезти можем. Охрана сейчас много не был, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артём, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть. Удачи вам, ребята. Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь. Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Не допробовал. Не вышло. Он плат у женщины, видимо. Привет, герой! Артём, берегите себя, мы вам не обязаны. Ничего себе. Да что с Артёмом-то случится? Это ж терминатор натуральный. На каждом шагу звенит. Ну вообще да, дружище. Следи за собой, будь осторожен. В самый ответственный момент мы, понятно, подтянемся. Но вы все равно без надобности не рискуйте. Дядя Артём, дядя Артём! А я уже столько воды выпила! Прямо в животе теперь булькает, вот! Вы тоже пейте. Дедушка Ермак говорит, теперь сколько хочешь можно. И чай тоже будет. Ну, Артём, что скажешь про нападавших? Как по мне, они явно не ожидали сопротивления. Ну, сами виноваты. Хорошо вы с Дамиром сработали. Артём, машина рядом с Абророй. Артём, мы вот уезжать собираемся.